Всем привет! Сегодня я расскажу вам, как обойти защиту iCloud на iPad. В данном случае это iPad Air первого поколения на 128 гигабайт, версия с поддержкой сим-карты. Сразу скажу, что можно сделать на любом iPad, не имеет значения, какая у вас версия iOS, но это возможно лишь только на тех версиях, в которых есть сим-карта. Как мы видим, стоит здесь защита iCloud. Естественно, я его ни пароль, ни Apple ID не знаю, так как этот планшет был найден, и мне попросили его разблокировать. Сразу скажу, просто взломать пароль — это не то, что сложно, это практически нереально. Но все-таки в отдельных случаях, все зависит от версии iOS, это возможно. Здесь же мы не будем ничего взламывать, мы лишь отключим полностью эту защиту и переактивируем этот iPad. Вы скажете, что это невозможно. Нет, это возможно. И сейчас я вам это покажу и подробно расскажу. Как мы видим, у меня уже Touch отклеен. Сразу говорю, его придется полностью разбирать. Поэтому сам процесс разборки я не буду снимать. Я покажу вам лишь конечный результат. Что в итоге надо будет сделать конкретного. Сейчас я его разберу и я продолжу съемку. Как видим, я его частично разобрал. Точнее, разобрал то, докуда надо добраться. Я вам примерно покажу, а в видео вставлю фотографии и схемы, чтобы вы уже понимали, что вам придется делать. Вот около этого чипа, около А7, вот здесь есть идет ряд резисторов, и вот здесь два есть очень-очень маленьких резистора, вот куда я вам показываю. Я их даже как бы не пытался бы приблизить, вы их все равно не увидите, они очень маленькие. Можно, конечно, нагреть иголку и выковырить резистор, номер резистора 1506, рядом 1507, надо удалить именно резистор 1506. После этого у вас перестанет работать лоток с сим-картами. Но защита при прошивке слетит. Он определится как совершенно другой планшет. Сейчас я вот здесь сделаю надрез, отогну, выпаю резистор. Точнее, вот здесь. Отрезается, что? Потому что туда, ну, не подобраться. Тут снимать я не буду, как это я делаю, потому что это надо с линзами ставить, чтобы хоть как-то видеть, что там происходит. Удалю резистор, соберу обратно, и мы подключим его уже к ноутбуку и попробуем запустить уже сам процесс прошивки и посмотрим, что из этого получится. Вот я его подключил к ноутбуку. Идет извлечение ПО. И сейчас он будет восстанавливаться. Точнее, прошиваться под другую версию iPad. А теперь смотрите. Вот так вот сделаем. Как мы видим, добро пожаловать на страницу регистрации iPad. Продолжить. Итак, вводим существующие Apple ID, логин и пароль я ввел, нажимаем далее. Скрепочка примагнитилась. Условия, нажимаем принять. Настройка может занять длительное время. Но как мы видим, что данный способ позволяет в действительности обойти защиту iCloud быстро и эффективно. Не надо ничего сложного делать. Но одно, но теперь у нас не работает лоток сим-карты. Симка не работает, только Wi-Fi. Но в принципе это не так смертельно.
Сири. Оп. Все. Как новенький. Разблокирован полностью App Store. Все мы видим. Спасибо бывшему владельцу за iPad, так скажем, который он забыл на остановке. Теперь у меня есть iPad-ик. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, кому понравилось. И до новых встреч. Пока.